Улыбки! Позвольте мне от имени правительства Москвы и Департамента спорта и туризма города Москвы поприветствовать участников и гостей музыкально-футбольного фестиваля «Арт-футбол». Что? Можете говорить громко. Привет, Миш! Привет! Что вы тут делаете? Мы? Мы? Тренировка вроде бы. Тренировку пришли. Только наших что-то нет. Я рад приветствовать от лица Российского футбольного союза собравшихся зрителей, конечно же, игроков футбол и еще раз организаторов. Есть такой парень, Игорь Сыченко, я думаю, возможно он будет. То есть вы считаете, что он лучше вас? Признаюсь, да. Hello from David Guetta. Life is mine. Yeah. World. Yeah, man, you it's know. It's great. Yeah. See you. See you. Wow. У нас все хорошо. Мы счастливы, что опять мы здесь, опять на арт-футболе. Эмир Кустурица приехал на арт-футбол. Снова играет, снова поет и даже показывает, как всегда, свои фильмы. А также Эмир Кустурица занимается благотворительностью и активно поддерживает фонд под флагом добра. Мы умеем хранить секреты, но умеем и доказывать свою правоту. К сожалению, не попал в состав, но с другой стороны, я могу похвастаться. Осенью я все-таки забил гол. Да, вот это у меня очень приятно. Я очень рад присутствовать здесь, на этом мероприятии, в рамках чемпионата мира по футболу «Арт-футбол», где участвуют артисты из разных стран. И в этом году я принимаю участие за сборную команды «Артстарс» Республики Беларусь. Солнышко высоко, Сочи вокзал, и летают чайки, а я трико, курю на перроне зеленой майки. Сборная у нас энергетически заряженная, представлена
широким спектром различных творческих людей. У нас есть и певцы, и музыканты, и композиторы, и телеведущие, и просто хорошие люди. Слонимский потому что граната, белая вата, красная вата, не лечит солдата. Парагвай рулит. Чем отличается фигурное катание от футбола, можете сказать? Конечно, могу сказать. Фигурное катание – это спорт индивидуальный. Спорт, в котором ты выходишь один на один и обыгрываешь своего соперника сам. Футбол – это командная игра. И здесь очень важно работать на команду, чтобы команда твоя победила. Поэтому это, конечно, разные виды спорта. Что общего между футболом и оперой? Футболом и оперой? Везде нужно выкладываться по полной. Везде нужно работать, как до последнего мяча, где-то мяча, а где-то и до последней ноты. Чем отличается профессиональный футбол от музыкального? Знаете? Ну, в музыкальном футболе больше эмоций, больше драйва, больше куража. В профессиональном больше каких-то профессиональных качеств, но каждый футбол хорош по-своему. Музыкальный футбол хорош еще тем, что после футбола это музыка, это песни, это пляски, танцы. В этом отличие. Как вы совмещаете творчество и футбол? Ух ты! Ничего себе! Прям меня загнал в тупик. Но с моей точки зрения футбол и творчество, их можно совершенно спокойно совмещать, потому что это одно и то же. И там творчество артистическое, оно нужно и в футболе, потому что отсутствие моего футбольного мастерства я как раз компенсирую своим артистическим напором и своим артистическим мастерством. Поэтому, выходя на сцену, я всегда думаю о том, как играют лучшие футболисты, и стараюсь на них походить. А когда выхожу на футбольное поле, я всегда думаю об артистах, которые тоже должны показывать свои мастерства. Так что, с моей точки зрения, это, в принципе, вещи схожие. Спасибо. Фестиваль арт-футбол, который сегодня, на котором я участвую. Ну, во-первых, это сразу две мои профессии. Я полжизни я был футболистом, во второй половине я продолжаю быть футболистом и еще теперь музыкант, как диджей Руслан Нигматуллин. Так что общего много. Это и футбол, и музыка объединяет большое количество людей. Вратарь сборной России по футболу диджей Руслан Нигматуллин. Добро пожаловать на арт-футбол диджей Фест. Статья
specjalna dedykacja dla wszystkich klubów ligowych od nas, reprezentacji artystów Polski. I dla reprezentacji naszej głównej Polski. Jedziemy 3, 2, 1! Yeah, this is